Хейо, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Железный Человек. Давайте же посмотрим, как раз в прошлой серии мы прошли корабль, мы прошли богатенький домик такой. Улучшение. Мы теперь использовали с вами пулемет, ракеты, которые мы наконец-то нашли, где они находятся. Нет, не знаю как. Взрывчатка. Как это вообще должно улучшаться? Без понятия. Вот броня улучшается. О, броня новая. Это костюмы Железного Человека, созданы с элементом падки. Также Железный Человек, часть номер 5. Встречался он. Не, походу, когда мы... Или нет? А фиг вы, ладно, не суть. Поехали дальше. У нас осталось, в принципе, 2 уровня. То есть, еще 2 серии. Улучшенная механика, смущенная... Отблыва, связанная с захватом далеком артиллерические орудия, становится узнавать, почему... Загузатель стал... Индустрис оказала вовлечено в военный захват российским станции. Не знаю. Почему? За что? Как? This is unadulterated madness. How many buyers did we have? Over 500. Stark weapons are still very popular, in spite of you. It's pretty annoying that I'm so damn good at my job. Yes, Tommy. This is crazy. I can't go through all this crap and tell me who the top buyer is. You're the boss. Is this the first time you've looked at your books, Tommy? It's the first time I've wanted to know what particular phylum of low-life deviants is using my weapons. Well, they're not all criminals. The Pentagon's one of your big clients. Wait a minute. You're not here to buy my suit, are you? It's not for sale. Listen, there's a problem with a nuclear base in Russia, and we can't send in troops for obvious reasons, but... There is another option. There are always other options, Rhodey. Who do you think's involved? Advanced idea mechanics, AIM. No, not possible. Yeah. Tony, I ran the numbers. Your top buyer was... Advanced idea mechanics. Like I said, highly likely. Окей, мы отправляемся на русскую фабрику. Механика продвинутой идеи, если они такие продвинутые, почему они не создали свое оружие без моей технологии? Идешь компоненты? Знаешь, никто не сможет сравниться с тобой. Особенно сейчас, когда у меня есть совершенствованный источник энергии. Мои проекты были великолепны ранее, но сейчас меня уже точно не остановит. Никому. Погоди, твое оружие было всегда ограничено источником энергии? Да? А что? Потому что АИМ ищет именно источник энергии. Понятно. Блин, но здесь видимость будет очень херовая, я буду снова искать... Где враги? Где там враги? Нифига, меня танк пробил. Странно, что здесь ничего нету. Парни, управляющие АИМ сошли с ума. Ради не должны... А человек управления, а не военные атаки.
Эй, слушай, я не знаю, но уверен, ты делаешь правильное дело. Уверен, Тони. Правильно, неправильно. Хотя нафиг мне надо, у меня вот эти есть. У меня есть собственные атаки. Контейнер выпускает ядовитое топливо. Активируй мою радиостанцию, считай, и я закрываю контроллер. Окей. Вот, готово. Бочки были оперативной, радиостанция все еще поблизости. Закрой двери из склада. Делаю. Кью, ты ешь этим. Так, все типа. Только давайте вы не будете мне в спину настреливать, пожалуйста. Я сейчас закрою эти сраные двери и быстрым полетом отсюда свалю. О, парень прицепился к потолку. Можно так сказать. Дай угадай, ядерная радиация. Подтверждаю, сэр, внутри несколько открытых бочек. Надеюсь, эти двери не примерзли. Так у тебя супер костюм, ты можешь оторвать двери эти. Пусть стреляет, пусть стреляет. Но видите, урон проходит. Двери склада Альфа закрыты, сэр. Они загружают груз на поезда. Это поезд никуда не поедет. Впереди поезд, сэр. И что мне с ним делать? О, да ладно, стоп. Я понял. Так, уничтожил грузовой поезд.
Обезопасить последний склад. Так, ну по идее, я думаю, все. Да, восстановил более-менее хпшку. Да-да-да-да, враг. Враг бессмертный. Проверяй. Хорошие скрипты. Парень. Сэр, получаю еще один сильный сигнал. Радиостанции, видимо, на вашем радаре. Ну что, кажется, Рэдди. Эй, Тони, тебе будет осторожней. Наши сканирования показывают следы неизвестного жара. Известного жара. Так, ну, понятное дело, что... Почему склад пустой? Походу, там скрипт сломался, и враги со скриптами сломались. Потому что, мне кажется, здесь должна была быть большая толпа врагов. Хотя, может быть, в обратную сторону их будет до хера. Посмотрим. О, нифига себе, чувачок. Так, обнаружен продвинутые боевые костюмы Синтез Титан. Эй, похоже на мои костюмы. Да, сэр. Поддерживать что-то там? Да, сэр. Тебе здесь делать нечего. Убирайся. Валяй. Сэр, кажется, броня в критическом состоянии. Больше радиация, она невероятно взорвется. Засек увеличение уровня радиации. Блэки, критически рекомендую решить оставшиеся юниты герметизации. Все те люди, ты приговорил их к смерти. В смысле? Я миссию провалил? В натуре? Лол. Прошу тут. Фу, хорошо, что не с самого начала. Advanced battlesuit detected. Titanium synthesis. Эй, похоже на мои костюмы. Yes, sir. Подожди, а что мне нужно было тогда делать? Yes, sir. Иди, живо. Извини, ты только что что-то сказал? Тебе здесь делать нечего, убирайся. Я понял. А если раки... О, давай попробуем. Не, херня. Тоже херня. Сэр, сражение брони.
Довольно эти чеши. Ты умрешь сейчас. Ну и куда ты? Давай, я не хочу тебя убивать. И это. Ну да. Понимаю. Отдали титана Бобу. Все? Дали продолжить. Так, уровень. Судно, что-то там. Военные затопленные связи с Заростовским воздушным транспортом все свидетельствует о вмешательстве АИМ, а также оружие Старка, Industries на диване, транспортная золотовая компания уничтожила угрозу АИМ. Поехали. Не знаю, ну походу мне просто только стандартный. Тони, ты должен просто послушать. Что-то очистить. Что-то рыбы. Это дискриминация чего-то. Да, ты должен послушать. Дай мне минуту. Просто посмотри на это. И что это? At first I just wanted to destroy my own weapons, and that was simple, but... Мое оружие что-то там. Я все знаю, что мое имя. I have an obligation to do something about it. Я думал над этим. Right? Правильно? Tony, will you listen to me for a second? Тони, ты просто не хочешь меня послушать. Послушай, этот корабль что-то там. And we think it might be AIM. Forces are mobilizing, but they can't move fast enough. Brief me in the air. Дай мне спокойствие, говорит он, и уходит наверх. Так, походу мы на корабль отправляемся. Ship's Worst. Некоторое время назад мы потеряли связь с кораблем. Он совершенный. Стоит миллиарды. Я знаю, я продал его вам. Почему? У них же есть куча своего оружия. Я не знаю, но догадываюсь, им нужны источники энергии. Я ядерный реактор на этом корабле, как раз это что нужно. Нас бегаем, чуваки. Пробей первую линию обороны снаружи судном. Короче, мне нужно уничтожить всю технику, как я понимаю. Не тревожься. Ты в безопасности. Я контролирую электрическую активность внутри твоего разума. Любое сопротивление нанесет. Активность, параметрный урон. Просто слушай меня, и все будет хорошо. Наступают. Ага, у меня, короче... Тони, ты в порядке? Что случилось? Эй, Тони Старк, меня не остановить. Короче, у меня было до этого перевернуто управление. То есть влево это право, вверх это вниз.
Так, врагов уничтожено там что-то 7 из 11. А не проще дать мне захватить контроль? А, вот видишь, проект работает. Они, идиоты, не выделяют средства. Давайте посмотрите, как вертолет ломается. Да, он просто пиздит вертолет. Все. Признаю, Тони, у тебя все хорошо походит. Да, крутое. Не знаю, что он сказал, я пропустил. О, под защитом. Под защитой эти хери. Мне внутрь нужно. Наш приключатель, дополнительный сенсор СР. Отметил. Откройте люк грузового отсека. О, нифига никак. Как здоровая взрывчатка. Да, радиус взрыва неплохой. Я понял. Да, эти хери нужны. А, двери до подсека открылись, сэр. Наша камера задерживает солдат, сэр. Будь осторожнее. Если жертвы защитят тебя, не смогу. Понял тебя. Надо убираться отсюда. Или как-то иначе там переведено. Что это за невидимая точка? А, ладно. Не невидимая. Главное вот эти роботов уничтожить, потому что они как мины работают. Дроны что-то там, сэр. Так, спасите экипаж и держи заложников. Я сказал солдатам отсоединить, пока ты обо всем позаботишься. Открою двери главного грузового отсека. И капитан увел корабль далеко. Прибыли экипаж сюда, пусть ждет здесь. Радиоактивность служит первой. Обнаружено, сэр. Не трогай реакторы. Извините, кто-то со мной говорит? Так, короче, нам сразу сюда, да? О, так. Неплохо, мы сразу здесь ощутились. Ты мои ловушки, железный человек. Видишь? Ты снова под моим контролем. Сдавайся. Тебе меня не одолеть. Почему? Я просто подожду, пока эта херь исчезнет, да и все. А, уже. О, тихо. Критический уровень урона активируется, перезагружен. Да, именно дроны. Дроны взрывчатки.
Вы что ж, ясики? Ясики, ясики. О, они прямо около меня. Опа. Сэр, конвой движется в торжественное что-то. Ай, мне может захватить эти ракеты, Донни. Я знаю. Стой, меня открыли проход с другой стороны? Мне так легче сделать. Не, я могу подождать немного, пока я отхилюсь полностью. Пока у меня все отойдет. Так, подожди, давай тогда не буду летать. Потом на быстром ранце мы с вами перелетим. Мне просто нужно уничтожить, так их. Да, блин, ты можешь не летать, сука. Я сейчас сдохну за тебя. Ой, бля, сейчас жопа сгорит. Короче, сидим здесь, хилимся. Когда переключился на броню, мне на броню нихера не дали. Караваны. Ладно, отхилился. Ага. Вот просто одна ракета пролетела в лицо. Ладно, полетели. Вам нормально в воздухе находиться, чуваки? Два проекта АИМ ищут источник энергии, и что они хотят из этого получить? Зачем им? Наверное, это то, что-то крутое. Пожиратель бензина ядерный пользуется большим, когда реально... Они угроза даже нашим военным. Что ты им продал, Тони? Роди, они брали все, что было в арестаменте. Обычно это в моем... Не волнует меня. Но откуда она? Понятия не имею. Все, так, это у нас... Корабль был это второй, да? Уровень. Поэтому мы с вами на этом заканчиваем. Да? Да. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.